посвящается столетнему юбилею березовчанина, героя Советского Союза Степана Андреевича Неустроева. Степан Андреевич родился в Талице в крестьянской семье. С 1930 года семья переехала в Березовский, где Степан учился в школе номер один, закончил 7 классов и начал работать, но мечтой его было стать летчиком, поступить в военное училище. В апреле 1941 года, перед самым началом Великой Отечественной войны, Степану Неустроеву в военкомате предложили пойти учиться в военно-пехотное училище города Свердловска, которое он и его товарищи закончили ускоренным выпуском и уже в декабре 1941 года в звании младшего лейтенанта его направляют на фронт. Боевой путь Степана Андреевича Неустроева прошел от Старой Руссы до Берлина. Капитан Неустроев командовал батальоном 150-й Идрицко-Берлинской стрелковой дивизии в составе 756-го стрелкового полка. Участвовал в штурме Берлина, и бойцы под его командованием штурмовали Рейхстаг. Разведчики его батальона, младший сержант Кантария и сержант Егоров, под руководством лейтенанта Алексея Береста водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся парад Победы, на котором Знамя Победы должен был нести Степан Андреевич Неустроев. Но и он, и его знаменная группа, его сослуживцы Егоров, Кантария, Самсонов, Сьянов не смогли показать достаточно хорошей строевой выправки из-за полученных ранений в боях. Но все они были удостоены чести смотреть весь парад от начала и до конца. Спустя год, в мае 1946 года, за проявленные в ходе Берлинской операции мужество и героизм и за образцовое выполнение боевых заданий Степан Андреевич Неустроев получил почетное звание Героя Советского Союза. Со своей будущей супругой Лидией Филипповной Степан Неустроев был знаком еще со школьной скамьи в Березовском. С 1948 года они прожили вместе 50 лет. Воспитали сына и дочь. Сын пошел по стопам отца и тоже стал офицером. Степан Андреевич с семьей проживали в Свердловске, в Краснодаре, в Севастополе. В 1985 году Степан Андреевич приезжал в родной Березовский, посещал свою родную школу номер один. Наш земляк, герой Советского Союза Степан Андреевич Неустроев оставил свои воспоминания на страницах нескольких книг. Одна из них называется «Путь к Рейхстагу». Степана Андреевича не стало в 1998 году. Он похоронен в городе Севастополе, где проживал последнее время, на Аллее Героев. Помним, гордимся!